Опоздала не на шутку, на встречу так хотелось срок. И вот стою, ловлю попутку на перекрестке двух дорог. Но ситуация такая, маршрутку не поймать с утра. Они меня не замечают, такие нынче шофера. Если дама голосует, тормозните, господа, ехать не рискуя, а иначе вам беда. Аварийность перекрестка повышает в 10 раз. Сексуальная походка и сияние женских глаз. Подъехал капитан с мигалкой и говорит мне по пути, а то вы выглядите жалко, так разрешите подвести. И теперь я твердо знаю, чтоб не говорил народ, нас полиция родная никогда не подведет. Если дама голосует, тормозните, господа, чтобы ехать не рискуя.